Иду я уже оттуда, с Эйвалата. Что я купила? Две упаковки хлеба, один салат, он называется лечус, это лечус айсберг, круглый. Купила килограмм чеснока, который стоит 8 с чем-то долларов. Купила кусочек сыра. Что я купила еще? Сахар. 30 долларов за все. Вы говорите цены. Вот в Германии люди жалуются, что у них цены. Вы не знаете, какие у нас цены? Вот хозяйственный магазин называется True Value Hardware. То есть это мужской магазин. А вот газонокосилки, которые необходимы тут, как воздух и вода. Иначе все по тюрьмам будут сидеть за нескошенную траву. Это капец. Сюда приезжают, сейчас лошадками пахнет. Эмиши. Они на лошадях ездят и останавливаются вот тут. Вот ихняя стойка, они привязывают лошадей своих. А вот газонокосилки. Фонтанчик у нас симпатичненький. Дальше заправка. 3,94 стоит регуляр бензин. А, немножко по-другому у нас. Я не знаю, за сколько это литров. Не могу вам сказать. Я никогда не заправляю, муж заправляет. Но это не за литр, это за галлон. А сколько литров в галлоне? Надо посмотреть на гугле. Вот это Стюарт Шоп. Там все тоже можно купить. Пиццы, кофе. Ну, такая быстренькая забегаловка. Мороженое. Она работает круглосуточно. Это единственный при заправках работают круглосуточно магазинчики. А так у нас нету как...